Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу фермер 3М. Начали монтаж, собрали брус. Брус установленный на бетонных сваях. С асбацемента труба забита бетоном. Динторез уже готов. Весь поликарбонат. Расположились тут, там вот задали, торцы обшиваю. Бешеный варгус. Все по плану, все по ходу. Закончили монтаж теплицы фермер. Фермер 3М, 3х6. Ширина 3 метра, длина 6 метров. Шагом метр можно сделать любую длину. Значит, тут теплица свалена, конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, в торцах и дверях 20 на 40, труба оцинкованная с полимерно-порошковым покрытием коричневого цвета. Поликарбонат полигаль 0,8 плотности, 4 мм толщина. Фундамент теплицы брус 100 на 150 плашмя. Еще обшили шифером, утеплили пенопластом. Теплица фермер состоит из арок двойных в виде фирм. Теплицы установлены лукоосины для большей жесткости конструкции. Теплица закреплена по периметру анкерами. Соты поликарбоната защищены перфолентой торцевым профилем. На торцах установлена уплотнительная резинка. Козырек над дверью. Здесь дверь с форточкой в этом торце. Дальний заезд просто форточка. Все качественно, красиво, надежно, мощно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Заказывайте вот такие металлоконструкции, как у нас. Но никак вот не такие, как у кого-то, не знаю у кого. Неправильно все сделано, все коряво, все некрасиво. Соты даже неправильно расположены на торцах на поликарбонате. Все. Всем пока.